Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мой третий день или четвертый в Мьянме. И я сейчас приехала на экскурсию в пещеру. И экскурсию я покупала в своем отеле, в котором я живу. Они нам просто организовали вот такую вот машинку, как за моей спиной. Нас в этой машинке 5 человек, двое девушек из Германии, девушка Санми и парень Эндрю тоже Санми. И мы целый день будем кататься по всем достопримечательностям, природным достопримечательностям, которые здесь есть. Это офигенно. Вот наше первое место, к которому мы приехали. Это пещера, которая называется Яты Пьян. По-моему, это произносится так, но я вам, во всяком случае, подпишу на видео, как эта пещера называется. Офигенно. Вы только посмотрите. Здесь есть озеро, все привозят на таких вот грузовичках, как и мы приехали. И вокруг карстовые горы, такие, как, например, во Вьетнаме, в Халонбе или в Крыму. Вау, шикарно. Сегодняшняя вся экскурсия будет посвящена пещерам. Здесь пещера храма. Посмотрите, как красиво здесь. Это все карстовые горы из известняка. Экскурсию нам организовал наш отель. Они нам нашли проводника, который нас будет возить. Или можно самому. Вау, гляньте на всю эту красоту. Вот такой вот вид открывается с этой пещеры. Только посмотрите на все это. Сегодня мое день рождения, нужно грохнуть в колокол. На ступеньки. Там еще один Будда терракотовый. А здесь можно пройти тоже Будду. Идем в темноте по пещере. Вышли мы с одной пещеры. Здесь везде обезьянки. Очень классно. Единственное, мне не нравится, что нужно разбываться, потому что здесь храм. По пещере было идти не очень удобно, но я в этом плане очень привередливая. Не люблю, когда ножки колят. И вот смотрите, какой красивый путь. С той стороны открываются рисовые террасы. Кстати, забыла сказать, вход в пещеры бесплатно, но это пока. Мне кажется, пока здесь очень мало туристов, все здесь бесплатно. В Мьянме туристов пока еще не очень много, это не толпа, как в Камбодже, например. Блин, посмотрите на всю эту красоту. Вот оттуда мы пришли.
мимо этой красоты, идем туда. Это первая пещера на сегодня, и я уже просто в восхищении. Вот мы поднялись к самому концу, здесь люди чистят воду, и я вам сейчас покажу этот просто сказочный вид. Это можно обалдеть. Вот смотрите, оттуда мы пришли, по этому мостику, через пещеру с первого храма. Решили подняться еще выше. Я, если честно, всегда залажу на все горы, чтобы потом в старости не думать, блин, ну чего ж ты не полезла на ту гору? Там вот видно обезьянок. Вот мы на самой высокой платформе. Вот мы и вернулись туда, откуда начинали. Хочу подняться еще немножко выше. Хочу вам сказать сразу хороший мой совет. Берите с собой обувь, чтобы в пещере не ходить босиком. Это было очень больно. Посмотрите на этот шикарнейший вид. Уезжаем от обезьянок из первой пещеры. Было здорово. Ну и переезжаем в следующую пещеру. Наш гид не говорит по-английски, так что мы не очень знаем, куда мы едем. Мы приехали в нашу вторую пещеру, которая называется Кобон Кейв, пещера Кобон. Вот это здесь написано. Нас встречают львы на входе. И сейчас нам опять нужно подниматься по ступенечкам очень-очень-очень-очень высоко. Вот, вот наш байк, на котором мы приехали. И здесь люди продают воду и все остальное. Ходит монах, собирает еще еду, еще очень рано. Пещера это 7 века. Монахи сушат свою одежду, резвятся обезьянки, загорают собачки. И вон ступенечки, которые нас ждут. Сюда уже вход платный, стоит 3000. Мы билеты купили у монахов. И это здесь находится, я так понимаю, монастырь. Живут монахи, обезьянки. Мьянма очень красивая, очень. Здесь нас встречает Будда. Вот такой вот вход.
Обратите внимание, какая роспись или лепка вверху. В общем, весь этот тур вы можете повторить и на электробайке, или на скутере, если вы его найдете, где арендовать. В нашем отеле скутеров уже не оставалось. Вот здесь какой-то профессиональный фотограф, красивые девушки. Я не помню, говорила я или нет, но сейчас я нахожусь в штате Карен. Здесь можно тоже заглянуть. Здесь у нас лежачий Будда. Он отдыхает. Видите, когда у Будды ножки вот так вот смещены, он отдыхает. А когда ножки ровно, значит Будда умер. И он здесь такой лежит, медитирует. Здесь опять есть колокол, который можно ударить. В общем, у меня сегодня день рождения, мне все можно. Этот Будда тоже отдыхает в нирване. Поднимается немножко вот на роспись на стенах. Можно посмотреть на снизу. Ну вот, осмотрим и этот храм в пещере. Можно передвигаться к другому. Это уже второй за сегодняшний день храм. Это все здесь происходит очень-очень быстро. Смотрите, сидят Будды. Я вам уже их показывала. И сейчас мы будем подниматься в другую пещеру, с другой стороны. Тут со мной никто не просит фотографироваться, все только меня рассматривают. Ходят монахи. И тут какие-то ремонтные работы. Пришел пахан для мамашки. Еще здесь гуляют собаки. И лестница очень-очень высоко идти. Там находится еще один Будда. И сюда в счастье можно идти обутым. Послушайте, какие звуки они издают. Мы уже почти дошли до ступы.
Мы это сделали. Смотрите, какая панорама открывается отсюда. Внизу идет стройка или ремонт монастыря. Строят еще одну погоду, эту пагоду. Здесь есть колокол, который закрыт. К сожалению, я не подключу. Можно заглянуть сюда. Какие-то плохие люди кинули пластиковую бутылку. Можно туда еще подняться. И давайте полюбуемся на вид. Гляньте, какая красота. Вот это ступок, который мы шли. Мы приехали на нашу третью точку сегодняшнего путешествия. Сейчас вот идем через деревню. Здесь продают разные сувениры, шляпы, одежду для пляжа, еду немножко, всякие снеки типа чипсов, воду, напитки. Местный ресторан. Шарфики, как во Вьетнаме. Прикольные штаны. Смотрите, вот такие вот обезьянки в кокосе. Очень классно. Такой прессированный рис. Чем-то политый. Смотрите, здесь есть столики, лавочки, мостик. И мост ведет к какому-то храму. Смотрите. Это продается танака. И посмотрите, куда мы сейчас приехали. Это просто вау. Офигенно. Озеро, храмовый комплекс. И вот там вот на вершине карстовой горы находится ступа. Посмотрите, как это шикарно. В озере плавает огромная рыба. Ну что ж, как говорится, с днем рождения меня. Это была моя мечта попасть сюда, увидеть эту пагоду. И вот она свершилась, как раз на мой день рождения. Здесь опять приходится разбываться, это я не люблю, но что поделать, здесь есть, можно попить воду, здесь находится монастырь, а здесь вот можно есть подняться на самую гору к этой ступе. Здесь, я так понимаю, же тоже есть монастырь, у них живут всякие курочки. Блин, по таким камушкам ходить очень неудобно. Куры, петухи, ступа. И теперь просто поют монахи. Ступа. Смотрите, здесь ступа чем-то обмотана какой-то тканью, и здесь. И наклеенные пластинки.
красиво. И вот та маленькая ступа на самой-самой вершине. Посмотрите, какая в яме красная земля. Такая же, как и была в Камбодже. Находится ступа на самом верху, и туда можно, по-моему, залезть. Как понимаю, здесь живут монахи, какое-то из их помещений. Территория небольшая, но очень-очень-очень красивая. В общем, вы сами решаете, сколько даете им денег. Мне привязали веревочку. Теперь вот у меня есть такая веревочка. Мои спутники сюда не пошли, но я решила, раз уж я здесь, то надо обязательно залезть сюда. Зачем же было ехать в такую дальнюю дорогу? Вау, какая красота! Здесь у нас колокола, которые, конечно же, нужно ударить. Тяжелая палочка. Вон около этого здания гуляют мои спутники, а я поднималась вон ко второму ярусу, там где виднеется ступа. Вот там вот я была. Наверх дороги нету, но во всяком случае для таких как я. И в принципе на вторую комнатку нельзя было заходить, но меня никто не прогнал, и поэтому я зашла. Возможно, потому что сегодня у меня день рождения, возможно, потому что у меня была такая желтый браслетик. Мы приехали к следующему пункту нашей экскурсии, и здесь можно покупаться. Так что берите на экскурсию с собой купальники. Вот такие две лужи. Здесь купаются местные дети. Можно пообедать, ресторанчики, всякие лавки. Вот смотрите, можно поплавать даже на шинах. Это второй бассейн. Здесь есть ступа, какие-то сказочные герои, змей-искуситель. И здесь есть знак. Don't swim, lady. Женщинам купаться запрещено в этом лягушатнике, можно только во втором. Что за дискриминация? Девочки с Австрии и англичанка
обидели сразу. Я за компанию с ними. Женщинам можно купаться только с детьми. Здесь вообще-то люди даже живут. Наши уже запрыгнули. Сейчас вам это все покажу. И запрыгну в воду и я. В общем, таки правда, в том бассейне, который около ступа, женщинам купаться нельзя. Все наши пошли в этот детский бассейн, даже мальчики. Из солидарности с девочками. Мальчики у нас с Австрии и с Англии. Мьянмарки и вообще мьянмарцы купаются вообще в воде, в футболках, в джинсах, в лонже, не раздеваются, только детишки в шортах. Хотя вон я смотрю, детишки тоже есть одетые. Здесь у нас готовят еду, все руками, конечно же, берется. Немножко макарошков, таких зелени, специй, глютаматика, соли. И заливаем это все еще соусом, тоже с чили. У нее здесь тарелочки. Не знаю, будет она их в бассейне или нет. Сейчас это все смешивается. Рукой в пакетике, вау, даже пакетик одевают. И, пожалуйста, будет вам еда. Вот в этом ресторанчике мы сейчас пообедали. Мне это вышло 3500. Большое пиво Мьянма, которое я не допила, поделилась с друзьями. И нугл с овощами. Это все 3500. Едем дальше. Сейчас мы должны ехать в большую пещеру. Куда еще больше, но надо ехать. Следующая наша destination. Опять в горку. И здесь нас встречают слоники. Для посещения этой пещеры нужно взять с собой ботинки. Здесь нам придется плыть на лодке, чему я ужасно рада. Надеюсь, будет прохладно, потому что очень-очень жарко. Здесь можно взять вот такой вот уголек мягкий. И он какие-то медицинские, в медицинских целях. Его можно скушать. Например, помогает от диареи. Здесь мы сразу встречаем Будда, но он лежит очень-очень странно. Смотрите, изогнулся как кошка, вообще как не человек. Мне уже это все нравится. Ой, здесь даже есть змеи. И эта пещера называется Садангу. Здесь гуляет черненькая курочка. Вот такие вот прикольные монахи отдыхают. Играет музычка. Вау! Ой, вы только посмотрите на эту красоту. Глядя на моих попутчиков, вы можете понять масштабы этой пещеры. Вы посмотрите, какая огромная пещера. У входа нас встречают лягушки. Ворота выложены зеркалами, там летает птица. Сюда можно заглянуть. Здесь у нас лодка с драконами, и она реально в воде. Лицо Будды, или я не знаю кого, но предположительно. И здесь, конечно же, будут огоньки. Давно их не было. В ряд стоят монахи. И посмотрите на все это великолепие. В общем, в Хап Ан обязательно ехать, если вы будете в Мьянме. Я когда это все вижу, мне кажется, что меня уже ничем нельзя удивить, и я все равно удивляюсь.
Здесь, кстати, пахнет благовониями. Давно я их не чувствовала нигде. Убирают монахи. Светомузыка. И здесь есть колокол. Давайте это сделаем. Здесь настоящий Будда, яркие фонарики разных цветов, смотрите, такого еще не было. И написано Махаб Садан Кейв, пещера Махаб Садан. Дорога здесь широкая, кстати, босиком идти не так уж и плохо в этот раз. Поднялись по ступенечкам и сейчас будем спускаться. Здесь у нас все освещено. Низкая пещера, но с моим ростом это не имеет значения. Теперь еще раз немножко спускаемся. В общем, на посещение этой пещеры вам потребуется целый час. Так нам сказал наш водитель, тук-тукер. Вау! Сейчас пройдемся по этому мосту. Спускаемся вниз по довольно крутым ступеням, и там просто орут то ли летающие мышки, то ли птички. Подо мной сейчас очень-очень глубокая пещера. Вы не представляете, какие ощущения. Здесь темно, и я вам этого показать, к сожалению, не могу, но поверьте. А надо мной летают летающие мышки. Я думаю, надеюсь, им не хочется какать. Блин, какая глубокая пещера. Это просто вообще... Я вам, конечно, не смогу показать мышей, но не буду разговаривать. Я надеюсь, камера моя сейчас себя ведет нормально, и вы можете слышать эти звуки. Слышите? Надеюсь, вам видно. Вдоль дороги построены небольшие пирамиды. И вот уже виден просвет. Честно говоря, я не знаю, кто это кричит, птички или летучие мышки. Проходим сюда. Здесь у нас Будда за стеклом. Какие-то наскальные рисунки. Наскальная живопись, не знаю, современная или нет. Здесь вам могу показать наглядно горы Карст. Вы видите, какие они. Вот так вот выглядит пещера с этой стороны. Красота. Магнабам. Еще один. Проходим вниз. Здесь у нас шатающиеся перила. В общем, убитые ступеньки. Вы только на это гляньте. Здесь у нас черепахи. Они у них тоже разных размеров. Здесь у нас стоит ступа, небольшой рыночек. Не знаю, вроде бы здесь не очень много туристов, кроме нас здесь никого. Посмотрите, здесь у нас русалочка, но она брюнетка. Гляньте, какой колоритный лодочник. И вот оттуда мы пришли. Кокосик стоит 1500. Мы готовы отправляться в наше путешествие.
путешествие на лодочке. Это стоит на одного человека 1500 кьян. И плавать мы будем 25 минут. Повезут нас туда вниз в пещеру. Мы едем, конечно, с ананасами. Не знаю, сколько нас будет в лодке. Сейчас посмотрим. Но на человека это стоит 1500. Знаете, как здесь красиво. Как мы погрузились наконец-то. Я не знаю, насколько красиво будет в пещере, но на озере очень красиво. Post that on Instagram though, like, oh, this candid moment. Снимают рекламу или еще что-то. В общем, чувака заставляют позировать и бросать сети. Здесь нам не надо самим грести. Здесь нас везут. Это не так, как было во Вьетнаме, где мы потерялись. Вот нас сюда привезли и бросили. И теперь мы здесь. Здесь есть вот кафе. Мы, правда, со своими кокосами приперлись. Идем куда-то гуляем. Едим кокосы. Нам их порубили. Вы просто посмотрите, какая красота. Везде рисовые поля, островы, горы. И наш маленький отряд. Среди этих рисовых полей живут люди, жарят мясо, продают что-то. Видите, какое посещение этой большой пещеры. Сначала нужно пройти через пещеру, проехаться на лодке, а потом куда-то опять идти. Смотрите, какой маленький щеночек. Проходим через пещеру, берем лодочку, лодка стоила 1500, кьян вход в пещеру стоит 1000, потом вас высаживают, и вы уже выходите пешком к тому месту, где вас высадил тук-тукер. Здесь везде разносятся звуки музыки. Женщины сидят, продают птиц, буддисты их покупают и выпускают. Там вот фонтан, рыба, и здесь вот такая вот красота. Монахи собирают еду. Музычка.
городом. И мы приехали уже смотреть, и горят огни, хотя я не знаю, может быть, они весь день горят. Там вот монахи. Смотрите, он спускается. Здесь у нас дракон, змей. Там мы разбулись. Кстати, я хожу вот такой вот маечке Зара и в шортах с манго. И меня еще пока никто не одевал, ничего не говорят. Хотя везде написано, что нельзя в майках, которые стоят, и в коротких шортах. Но у меня не короткие шорты. Можно кинуть пожертвования. Здесь инсталляция. Лежит бык. Тысяча маленьких вот таких вот крошечных. Нужно куда-то залазить. Смотрите, как здесь все узенько, блин. И здесь, ой, вообще я прилезу, надеюсь. Это то, ради чего я пролазила вот такую вот маленькую дырочку. И сейчас о боже мой, ударилась головой и вылажу обратно. Стоило оно того или нет, не знаю. Ходим обратно. И это была последняя пещера на сегодня. Сегодня постучала во все колокола, которые встретила на своем пути. Надеюсь, это на большую удачу. За наш вагончик мы отдали 30 тысяч, нас было 5 человек, и это значит 6 тысяч человека. Доллар стоит был 1500, и сейчас мы приехали на ночной маркет. Смотрите, здесь очень-очень много еды, можно купить пельмешки китайские. Здесь разные мясные штучки, сосиски. Жарится мясо, там различные супчики. И здесь у нас озеро. Это должно быть что-то сладкое, смотрите. Сюда добавили шоколад, кокос, сезам. Это не
мне получаются такие блинчики. Здесь у нас свиная шкура, разное сало. Там опять, смотрите, супчики различные. Будет кормящая собака. Арбуз режут. Там опять жарят сосиски. Здесь что-то в пальмовых листьях. Один такой блинчик стоит 500 кьят. Девчонки покупают, хотят взять тот, который сейчас вон там вот жарится. И им, смотрите, это все завернут в вот такую бумажку. Там школьник что-то писал. Покладут в пакетик. Здесь жарят такие большие блинчики со разными повидными вареньями. Изюмчик бросают. Там у нас супы. Народ сидит, наяривает. Здесь еще какие-то супы. Здесь еще какие-то вкусняшки, типа стики райс. Следующее блюдо. Здесь у нас, смотрите, помидорчики с арахисом. Огромных пчел. Чипсы, блинчики. Здесь у нас еще на помидорах лежит маленькая рыбка. Здесь, я понимаю, тоже какие-то супчики. Огромные пельмешки. Здесь еще разные пельмени. Кто-то кого-то сбил, но все живы. Еще раз осы. Здесь у нас свиная кожа, свиные уши, кишки разные. But it's sweet, it sounds like strawberry maybe, between strawberry and watermelon, kind of. Yes. Там им мешают разные супчики, еще супчики и еще очень-очень много разных супчиков. Бургеры, хот-доги. Там тоже колотят какой-то суп, у него там гусь лежит или утка, что-то большое. И вон он там. Достает бульон, проваренные нудос, соя бинс туда, соевые отростки закидывает, немножко их проваривает, и он сейчас будет мешать. И рынок, ночной рынок Хаб Ани находится возле вот такого вот шикарного озера. Здесь есть мост. Там, по-моему, находится отель Queen, если я не ошибаюсь. Мы туда малазийку вчера отвозили. И вот, пожалуйста, ночной рынок, который я вам только что снимала. Здесь можно очень дешево купить еды, по 500 кьят. Собаки-балабаки здесь бегают. Вон она делает эти пакетики, разрезает. Это такие соевые спрессованные кусочки обжаренные. Она их разрезает и вовнутрь, вот смотрите, руками, которыми брала деньги, сейчас намазывает соусом, закидывает туда обжаренный лук. Не карамелизированный, а такой почти высушенный. Опять пальчиками. Немножко всяких разных специй. И все это делает. Хочу вам еще дать небольшую наводочку. Если вы, например, покупаете пиво Мьянма, то обязательно потом проверьте крышечку. Под крышечкой у вас может быть бесплатное пиво или 500 кьят.
нужно вытянуть эту наклейку, такую беленькую резинку, и посмотрите, что вы выиграли. Я выиграла, например, бесплатное пиво. Ну что ж, я уже в гостинице. Закончилась наша поездка по всем пещерам Хап-Ана. День был очень классный, хоть и тяжелый. Завтра мы... Об этом я расскажу уже завтра. А на этом я всех благодарю за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока!